наверное, такую дверь душевую, размер 650 на 1,90 м зазор для вентиляции, петли из твердосплавной латуни, смонтированные заподлицо со стеной. Они у нас работают с две стороны, туда-обратно. Мы применили такой магнит, который позволяет дверке открыться и туда, и на себя. Петля фиксируется под 90 градусов, не бьет об стену. ПВХ-уплотнитель лепесток, спойлер, порожек от протекания алюминиевый. Вот такой магнит, там плоский, как здесь, так и здесь. Поэтому дверка работает у нас в две стороны.